Не, больше мы знакомы. Это чтобы напоминать о себе он ему. Месяц, наверное. А это Саня. О, Фанка Поп. Бля, охеренно тебя. Это с последнего, да, паука? Это же, походу, это же диадема надо делать. Да, там нужно собрать, видишь? Да-да-да, тут типа три паука должно быть. А чё ты не собрал? Прикольно, блин. Недорогие все эти темы. Ладно, я думал, ты сейчас такой покажешь, типа, самое главное, достаешь ноутбук. Вика, получается, вот, подарила духи и кофту, да? Вот ноутбук. О, Найки зачетные. Плёные, да? Вика подарила духи и кофту. Как меня бесит Дискорд, тем, что надо льтабиться постоянно. А мне, кстати, почему-то не надо. А вот она еще что подарила. Ну что-то не ультаби, видимо. Че, лампочку, блин? Что это? Это сама Гвен и Майерс. Это прикольно выглядит. А сверху кто рисовал? Тоже она? Это что, это типа Гвен падает, а Майерс... Это Гвен падает, а Майерс такой смотрит, типа... Губами делала. Блин, а говорят, любовь под ногами не валяется. Слушайте, это вот я себе повесил вообще такую штучку. Сколько такая доска стоила? Я ее нашел. Ты скачать, бабу ебать. Пиздец, ебать. И у вас, типа у нас Аврора, у вас мусорка просто, да? Ну вайп, короче, вайп. Такая доска где-то дохуя стоит. Круто, круто, блин. А, вот еще телек у меня здесь добавился. Мы фильмы через него теперь смотрим. Ну да, через левый нахуй надо. Вот. Что, вы смотрели этот новый сериал? Слово пацана? Да. Не, ну, типа нам и по тизеру не зашло, и по... мы посмотрели, типа, как там зовут героев. Мне по названию не зашло. Я забыл. Ну, конечно, там очень там название, типа, тапать кличку. Вова, типа... Адидас. Да, вот такое. И мы такие, ебать, кринжатина. Вова? А потом он вот завирусился вот так вот, и мы сейчас сидим просто еще больше кринжуем. А ты смотрел? Слушай, я посмотрел, мы посмотрели с Викой. Ну, более-менее. Говорят, ну, типа, вот родители меня посмотрели, говорят, что, типа, ну, типа, реально все так было, как показали в сериале. Кстати, эту фразу, наверное, от всех слышал прям такую. Типа, что родители говорят, все так было. Пусть родители у тебя лучше МЖД посмотрят. Чтобы у меня родители взяли еще, посмотрели какое-то слово пацана, нахуй. Вот я не знаю, с чем, вот какой запах у свечки, как не знаю, с чем его сравнить. И у крема для рук, ну крем для рук это просто какая-то имба, ёбнутая. Они такие мягкие становятся, такие сладко пахнущие, просто хочется взять. А, так руки. Может я просто выскользнул велик из рук? Выскользнул, да. Это вообще ебануто за велик обидно, реально. А как у тебя спички где-то его ставил? Во дворе просто, как обычно. Так нет, ну прикол в том, что, короче, я его не пристегиваю. Но проблема в том, что я имею право его не пристегивать. И велики до скольки лет можно не пристегивать? Послушай. И последним, кто его брал, это был Саня. Но он должен был мне хотя бы написать, что он его берет. И спросить, типа, пристегивать его или нет. Это мое личное мнение. Так вот. Ты думаешь, что он, короче, не написал. И он, короче, не написал. И не пристегнул его спереди. Ну, крыса получается. Получается. Ну, я, кстати, Dead Space прохожу. Типа мертвый космос? Ну что, во что играть будем, мальчики? Ну, по крайней мере, нам надо главу-то пройти. Ну, Коле да. Проходим. Я так люблю свечки. Свечки — это такой вайб. Сраку, которые вставляются, да? Да. И с... Давай дальше. Что ты хочешь, Ван Экстрим? В комбинации с массажером вообще кайф. Dead Space ты проходишь, да? Да. Попробуем этот байк Экстрим пройти. Байк Экстрим? Откуда мне знать? Я не знаю. Ну, неплохо. Нет. А ну, отвали от меня! Ну, нахуй. Давай, давай!
Ты дура? А видно, что она не находится на... Бля, я вальтабе, нахуй! Я тоже вальтабе. И я вальтабе разбежалась. Не так. Эбби! Тоже друзья валяются, кстати, типухи. А вон на типов напала, она ж... Они ж ничего не сделали. Райан! Ей. Мысли только о тебе. Нравишься сильно мне. Эх, сейчас бы в машину сесть и уехать, да? Бля, меня бесит, что в этой типухе больше всего экранного времени, что все отдельно вместе и отдельно она, блядь. Ну, одна, типа, поэтому. Ну, потому что она одна, да. Да. Хотя, на самом деле, она такой самый... Противоречный персонаж. Мы что вы играете? Вода зеленая. Там Медив сидит. А, вы декоре играете? Прикольно вообще. Я убила его. А я не могу подключиться к вам? Можешь, но только следующей главы уже. Не убегают в лес. А там есть кросс-платформа? Хуй знает. Я не знаю вообще, есть она на этих. На плохе. У меня Xbox есть, я же играл, я проходил уже. Ты правильно поступила. Не, ну правильно, будет. Да блять, у меня джойстик вырубился. Блять, тут на ЗУС, конечно, просто пиздец этот геймплей, когда вместе играете. Один ходит, а остальные просто одну кнопку нажимают раз полгода. Эбби, он хотел напасть, ты защищалась. Я не то, чтоб сильно много ходил в этой главе. Не поддерживает кросс-платформу. Нет. Поддерживает? Или ты не поддерживает. Ну, жаль. Был не наш ник. Это просто пиздец. Ты карту видела, ебанутая? Он тебе голову снес нахуй. О, эй! О, черт. Куда делся Крис Хэкет? Кто там? Помогите! Прошу. По кнопку заглянет сначала. Меня зовут Лора Кирни. И впустите меня, тут опасно. Да, там какая-то чокнутая людей убивает. Я не убиваю людей. Охренеть, ты Лора Кирни. Ты Лора Кирни? Да. Ты должна была работать, помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, ну... Макс. Да, Макс. Да. Заебал, Макс. Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Короче, Хэкет хуй сос. Внутри. Просто не сводите ствол с нее. Пусть заходит с руками поднятыми, нахуй, вся хуйня. Я открою дверь. Медленно. Не опускай руки. Они боятся, типа, что она убивает людей. Они ж тупые, они не понимают, что... Он открывает дверь, сразу прячется за эту дверь, а этот держит. Блять, это мама Дани с Дориком, очень похоже. То есть, она, я так понимаю... Вот это она. Мы снова здесь. Лишь ты и я. С пятеро тут ебанутая. Давай-ка еще разок взглянем на твои находки. Я вот тут на соль. Палочку. Карточку. Луна. Луна. Как уместно. Как у? Именно этой ночью. Как уместно. Взять свой страх и волнение.